И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Тристан, это игра по метанистам. Звено, Лига Чемпионов. Оп, чуть-чуть залагал, но ничего страшного. Ну что ж, команда готова вот к игре. Игра сыграла одну партию, очень это неплохо сыграно. Поехали. Сегодня давайте сейчас вот поиграем в высшую лигу, а потом мы постараемся с вами поиграть. Верно. Да, если получится, в более-менее высокие лиги. Ну это отлично. Хороший вопрос. Ой, простой. Чем старину понимаю? Верно. Ну это рупии. Это легко. Да, верно. В Кыргызстане так называют деньги. Правильно. Фомы. Понимаете, деньги так, ложи. Совершенно верно. Кто из этого не может изолировать воздействие электрического тока? Не может. Он дистиллированной водой не может. Нет. А, как может. Что значит название месяца октябрь 2008? Верно. Это логика. Логично. Ледниковые конусы, даже столбы на карастеры, пещерный, настоящий снизубер. Это снизу. Столки, потому что он из снизубер растет, окей. Итак. Да, верно. Ну ладно. Только Салармана для Ярмидон с камерами. Правильно. Это сын. Я бы хотел вести суд по правам человека. По-моему, во Франции. Совершенно верно. Какой из этих слов не является названием? Красавчик. Вы смогли положить в банк максимальную сумму. Ты, по-моему, дважды раз ошибся. Время определить самое слабое. Два раза ошибся, поэтому будем тебя вынуждены выиграть. Сожаление. Все пятеро. Игрок номер два. Гуру. Я так, я тоже помню гуру, но... Раунд второй. О, я помню. Поехали. Помню Вадима, так. Кто из этих знаменитых сыщиков бельгиец? А, этот... Верно. Ладно. Что же в центре площади с собой? Верно. Точно. Хирург какой страны осуществил первый в мире присадку сердца человека? Его. Нет. Ответил Франции. Ну, ё-моё. На свои имя. Верно. Питы. Скорее всего, нет, не имеет естественных спутников. Венера вообще не имеет. Верно. Шестрики. Настанет год России, черный год, когда цели на первом науке. Неверный ответ. Верно, да. Вот этих рыб также называют матрией. Скумбрия. Верно. Кусок запечённых вывел здесь талант. Дуриан, естественно, из-за запаха. Ван. Ты серьёзно? Верно. Толкин. Хоббитов Толкин. Верно. Ну, Толкин. Толкиен же. А домашний разновидность какого проекта? По-моему, да, верно. Да. Мандирион. Это христианская святыня. Ван. Нет. Это святыня. Какая собачья кличка? Произошла до индийского кентавра. Окан. Верно. Какой из этих слов не произошло от имени собственного? Не произошло, по-моему, скряга. Верно. Да. Какой из этих полномочий не входит в состав собственности? Охрана. Стоп, игра. В этом раунде вы играли не как команда. Так, ну что же. Соберитесь. Смотрите. Один из вас сейчас да, мы здесь ни к чему, хотя Вадим тоже не лучшим образом играл. Конечно, справедливо было Вадима выкинуть, но он первый, он самое сильное звено предыдущего раунда, поэтому логично было бы его брать. Игрок номер 4. Ну, логично, если Анастасию не брали. Самое слабое звено. Прощайте. Третий раунд пошел. Раунд третий. А у нас люди сильные. Окей. Поехали. Вроде не существует. Верно. Ну, все. Фобосы Дэйма, страх и ужас. Верно. Ты серьезно? Организм, питающий статками мертвых остей, называется... Атротов? Нет. А, редукт... Блин. Атротов, это же растение, господи. А не животные. Нет. Животные, это гетеротрофы. Или потом. Ну ладно, бывает. Так, что скрывается в Испании? Верно. Я люблю пля. Так, какая южная американская страна решила объявить? Рекапитуляции. Аргентина, получается. Естественно. Какой римский император был отцом Тита? Клавдий. Верно. Крентом. Веспасиан. Крест какого святого символизирует Ирландию на флаге Великобритании? Верно.
Патрик. Да. Так, на сюжет какого фильма натолкнул Гайдая стихотворный фельетон поэта-гимнариста Олейника в старой газете? Пес Барбоса не пишет вопрос, да. А всего в мире около 900 грязевых вулканов, почти 300 находятся в Колумбии. По-моему, да, верно. Да. Как эти отношения с моей женой деревья? Женой деревья. Правильно. Все. Банк, 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 банк жми, банк жми. Стоп, игра. В этом раунде вы играли не как команда. Соберитесь. Ну, кто из вас тянет команду вниз? Ну, зараза, ну, ты мог спокойно положить в банк деньги, Антон. Конечно, почему-то, почему так мало денег в банке? Естественно, меня еще выгоняют. Ну, конечно. Игрок номер три. Ну, обидно, ребят. Антон не положил деньги. Прощайте. А, он тоже випом был. Ну, нифига себе, ребят. Так, смотрим статистику. Да ладно, по итогам раунда я слово извину. Ну хорошо, давайте попробуем пойти в самое-самое начало, а именно в юниорку. Поехали, ребята. Это сильное звено, и мы начинаем. Мы начинаем. Полина, Евгения, я, собственно, Гуру, Андрей, Николай и Анюта. Команда готова к игре. Они, собственно, раунд, знаете, на начальной стадии расположены, да? Поехали. Поехали. Вместе встречи. Верно. Никогда не ожидаю. По-моему, костолетка называется. Верно. А как же это буква КНР? Китайская. Да, верно. Тенка какого цвета является фисташка? Зеленый, естественно. Ну, такие правильно. Легкие, знаете, вопросы. Какой народ называет себя островитянами? Алиут, по-моему. Ты серьезно? Ты хоть не знаешь. Зарок. Верно. Кем стал братец Иванушка, слушавшись, ну, рождёнком, естественно. Верно. Так, где, согласно исторических исследований, родился первый газопровод? По-моему, в Китае. Да, верно. Это не девушка. Так, согласно Иванушка, пуши. Правильно. Естественно. Так, Николай, клади банк. Совершенно верно. Копки металл золото, да. Как русские называют украинцев «галиня»? Лучше мужчина. Стоп, а, бритьё. Вы смогли положить в банк максимальную сумму. Пришло время определить самое слабое звено. Потерял деньги в банке, но это не должно остаться незамеченным, ребята. Смотрите, 100 рублей. 100 монет в банке, офигеть. Игрок номер 5. Он новичок, около 65%. Прощайте. Раунд второй. Ну, блин, это неудивительно. Поехали. Поехали. Какой фамилии носил герой «Бриллиантовая рука»? Горбунков. Верно. Это периодичка с системой семейки Менделеева. Иванович, это Иван. Верно. Ты серьезно? Ну все, тебя ждет карма. Андрей. Черный бархат. Нет. Да, заточки. Так, что за деревянное масло использовать в старину? По-моему, животных. Нет. Наверное, легко. Какое название объединяет личный состав подводной лодки, самолета и танка? Экипаж. Нет. Какая страна имеет самую большую площадь? Россия? Верно. Много же поэта России больше, чем проект. Верно. Да. Какой стиль плавания сам обсервирует? Лягушка. Лягушка Брас. Брас. Неверный ответ. Какой бутерфляй, ты что несёшь? Какой нахрен бутерфляй? В смысле? Такой зеница ока, которую надо тщательно беречь. Ага. Какой пронадерой, собственно, призвание на границе капитан? Верно. Горо. Кому посвящен Советский Союз занял особого внимания? Банкуль. Верно. Касаемника. Как называется коллекционирование редких изданий книг? Верно. Библиофилы, да. Какой город имеет второе название Азиатская Венеция? По-моему, Бангкок, да. Ну все. Если первоначально я хотел Андрея выгнать, то уходит Анюта, ребят. Нет. Стоп, игра. В этом раунде вы играли не как команда. Пять монет, ребята, серьезно. Один из вас сейчас должен покинуть команду. Нет, Анюта вылетает. Ну капец, ну все по ошибке сделаны. Ё-моё, ребята, это, блин, реально, какая-то... Какие непростые вопросы, ну просто я разыгрался, поэтому как бы... Игрок номер 6. Для меня находиться в этой команде... Раунд третий. Это не мудрено. Ладно, поехали. Поехали. Надо изучать военнослужащего. Комфорт. Верно.
Что здесь от заката до рассвета? Вон Тарантино? Первый. А, Родригес. А то надолго налить на Хиросиму. США? Да, верно. Берсальеры — это морские разбойники, стрелки, дрожки. Правильно. Стрелки. Какой населенный пункт есть в Челябинской области? Вот не знаю. Вам. Нет. Ах, хорошо, что я забанковал. А кто придумал понять обезьян? Нет. Ербуль. Окей. Кого из этих художников приключения в армянской церкви записали под именем Альванес? Иван Альвазовский? Нет. Какой сироп, ты серьезно? Назовите... А, назовите название реки, что тут на имени Альванес. Копанная версия космоса, хоть потоп. Ируду. Верно. Блин! Так, ну ладно. Ничего-ничего, а бывает. Подагры. Верно. А, мой батька болит. Ну ладно. Кем был Сократ? Верно. Вот. Какую республику упразднили в СССР в 1924-м? Да, верно. Помните, все это нужно. Правильно. Ну уж мне-то не знать, ребят, это стыдно. По-моему, Норвегии первоначально. Стоп, игра. Все, ладно. Хороший результат. Ну, блин. Но вы можете играть лучше. Конечно, хороший. Кто из вас тянет команду вниз? Андрей первым ошибся в прошлом раунде, в этом раунде он первым... Нет, первым ошибся я, но после меня первым ошибся Андрей. Окей. Вообще выдмин Полина. Охренеть. Игрок номер один. Ученик. Самое о, Полина еще ученик. А, нет, стоп, это не новичок. Раунд четвертый. Евгения потянулась. Молодец. Поехали. Понимаете, жена у мод с выкройками на русском языке вышел СССР. Вон. Нет, не знаю. Бурдамон, да. Так. Вкусно русский пачка в СМА. Таиланд. Верно. Среди какого года проходит ужин в фестиваль? Самара. Да, верно. Какой любой прохожий в Стамбуле может накормить бездомного пса или кошку постепенно. Использованные батарейки. Правильно. Пасеку бутылку. Совершенно верно. Какое на официальном звании носит ежегодный чемпионат мира по кёрлингу? Серебряная метла. Серебряная метла жми. Стоп, игра. Косава. Вы смогли положить. Но ты вылетаешь в жилет, потому что в прошлом раунде ты хуже. Евгений играл лучше. Намного лучше. Ну все, ребят, 255 монет в банке. Ну это неплохо, я считаю. Очень неплохо. Yes. Игрок номер 4. Самое слабое звено. Не было бы у меня випа, я бы, возможно, терял бы Андрея. Она, наверное, не хотела со мной играть. Я ведь чувствовал, что она, наверное, меня убирала. Ну ладно, скоро русский полуостров сегодня будет. Аляска. На берегу какой реки стоит город Огурцовый? Верно. Каким веществом он сжигает крапива? Верно. Район кислотором. Такое что сейчас традиционно на каждом смехе. Ском. Верно. Что попущено, если женщина не права, пойди и извинись. Извинись. Верно. Ясно. Какой из этих видов искусства не относится к изобразительному? Архитектура. Да, верно. Какой мен? Нельзя в магазине. Турецкое блюдо. Какие папиросы курил Сталин? Казбек. Нет. Ах. Просташе. Верно. Какой животное называется не из лица? Тюрень. Верно. Из этих трав не используется как пряность. Мята. Мята. Неверный. Зверобой. Ну ладно, в этом раунде бывает. Вы играли не как команда. Соберитесь. Зверобой. Ну ладно, ничего. А, Евгений начинает. Окей. Так, финал. Финал. Поехали. Государство, территориально находящееся внутри другого государства. Анклав. Это был неверный ответ. Надежда. Правильно. Естественно. Какая игра со страниц книг Нил на Винни-Пухе шагнула бы? Ну, в ерунду. Это был неверный ответ. Как называется? Однажды президент Джордж Букмар по ошибке назвал короля Великобритании, если второй не второй, а 11-й. Вот точно 11-й, ребят. Потому что циферки-то логичные. Одно значение тебе, что это такое. Это был неверный ответ. Головной убор. Ну и финал зато пофигу, ребят. Ну, первые два вопроса были вообще простые. Первый я не знал. Ну ладно. Сегодня был самый
Отлично. Ну что? Что кукурка не молится за Итак, кубок профи, ребята. По считалочке, которую вы сейчас только что втихаря слышали. Это сильное звено. Кубок профи. Выбрал кубок профи. Такс. Я снова третий, ребят. Что это бы могло значить? Команда готова к игре. Раунд первый. Уж не... Поехали. Не чисто ли случайность так? Какой из этих желаний нет слышать? Зев. Ой. Нет. План. Уже не автомобиль, а вверх по горнороге на медицину. Нет. Видите, там списки курган. Четвертый никто. Убизи. Нет. Испанского Буэнос-Айрес. Хороший воздух. Нет. Какое небо, блин. Каким общим понятием объединены все похожие походы? Нет. Аллюр. Не тяжелый орган кита. Язык. Нет. Офигеть, ребят, все неправильно ответы дали. Охренеть. Как называется красная кровяная тельца? Эритроциты. Верно. Так, какой цель жителей Приамурья представляли зимние овечьи шкуры? Да, верно. О, угадал. Какой метрополитен самый большой в мире по количеству станций? Правильно. Ёжки. Неудивительно. Я стал на первой стене справленного. Ух. Совершенно верно. Господа. Сколько звезд на попадание армейского капитана? 3 или 4? 4. Стоп, игра. Естественно. Вы смогли получить банк максимальную сумму. Ну что ж, ребят, кто первым ошибся, тот вылетает. А если извини, ты слабое звено. В принципе, смотрите, каждый из нас... Вот не... А выгнали Ирину вообще? Офигеть. Ну, в принципе, Ирина была просто козе отпущение здесь, в этой ситуации. Раунд второй. А Алексей сильное звено второго. Поехали. Первого раунда. Второй раунд. Поехали. Имя этого мусульманского. Помощи. А не Герак, да. Не Настаный, не Настя, потому что. Верно. Так. И какое слово произошло в китайском словосочетании «большой ветер»? А тайфун. Тайфун. Да, верно. На своем какого города Крамской изобразил Санкт-Петербург? Правильно. Ну, блин, легкий вопрос. Какой это разновидность у Фредди? Кашиши или Карина? Совершенно верно. Какой название носит мост между Санкт-Петербургом? Радужный. Красава. Но все равно. Нет. А, молодец. Хорошо. Как в 97-е годы пользовался... Альтернативная водолазка, связанная резинкой? Нет. Опша. Каким видом спорта занимался Майкл Джордан? Баскетбол? Естественно. Сначала их относили к костюмам, а потом изучали. Гласеменные. Нет. Блин, грибы, конечно. Конечно, это же отдельные грибы, отдельный вид. Верно. Зараза, перепутал. Ну, скорее не бывает, действительно. Три. Верно. Один. Что было на мосте Черного моря 7,5 лет назад? Пресноводное озеро. Первый монарх Соединенного Королевства, чья коронация транслирует по телевидению в прямом эфире. Стоп, игра. За это вторая только лишь. Хороший результат, но вы можете играть лучше. Так, ну что, смотрите. Вас сейчас должен покинуть команду. Все-таки как-то хуже сыгрался в кинтах. Его как зовут? Олеся. А, она. Это не видит. Игрок номер один. Она вообще против. Самое слабое звено. Против, ребят. Прощайте. Раунд третий. Так, Андрей, хорошо сыграл это на... Поехали. Чего районы Кутряйна диаметр земли? По-моему, 2012. По мотивам какой пьесы, Островской, да, да. Беспреданница. Верно. Что является приоритетом для футбольных клубов в период трансферного окна? Приобретение игроков. Неверный ответ. Какую книгу читает Алсу в клипе «Зимний сон»? Ладита. Верно. Кровь какого народа теперь в живых? Армянского. Верно. Ну, блин, разговор, это же... Не, ну, достаточно блюдо готовить со сыли. Да, ума, это вообще, блин, мясное блюдо с капустом из листа винограда. Нет.
В каком городе России ведется БМВ? Калининград. Верно. Какое звание в 1954 первом выставе получил герцог Генри Хайнц Бурский? Генералиссимус. Верно. Естественно. Кто звали госпожу Баварии? Элиза Баварии. Ван. Верно. М. Баварии. А какой из этих актеров является профессиональным интернет певцом? Хью Джекман. Нет. Стоп, игра. Ни хрена. В этом раунде вы играли не как команда. Ни хрена себе. Соберитесь. Кто из вас тянет команду вниз? Голосуем. Смотрите, Андрей и Алексей были сильными звеньями в предыдущих раундах. Не, Настя, Наталья выглядит при... Ай, Наталья. Игрок номер 2. Сорян, если не пронёт, так что самое слабое звено. Такс. Ну что ж, три игрока. Раунд 4. Три сильных звена предыдущих раундов. Поехали. Поехали. Какой из этих городов стоит на реке Раздан? Ливан. Верно. А, если посмотрите на нас, он станет сладким. Верно. А в каком году впервые прозвучало новогоднее обращение лидеров станицы местного народа? В 70-м, по-моему. Нет. Да. По мнению Эрнеста Резерфорда, одного из создателей ядерной физики, следится наука на физику, деятельность на физику, Стефани Лимара. Верно. Да. Какой цветок это нарушено на статуе Будды? Верно. А, реклама, чего снял Ридли Скотт в 1984 году, призванный шедевр, мусор реклама 70-х. Первый Ник тоже, да. Какая популярность является Крокус? Что правда? Правильно. Легендарная группа выпустила свой первый альбом под названием первый альбом. Модерн... Какой Квин? Это Модерн Токинг, ты чего? Чему посвящен ежегодный конкурс среди японских? Верно. Не, все, Андрей вылетает. Стоп, игра. В этом раунде вы играли не как команда. Как мы шли хорошо. Соберитесь. Ты вот все посрал. Время определить, как ты мог. Кто из вас дойдет до финала. Не, ну естественно, конечно. Я хрен было так голосовать против нас. Может быть, не видите. Выигрыш в этом раунде удвоится. Нет. Ай, ладно. Серия соревнований Iron Man, это соревнование по... Верно. А, продвигаем, коли тебя там играешь на свой клип. Нема. Верно. Руза. Блин. Продвигаем, ты писал декларацию независимости. Почта. Кусочная. А что они делали, мы просто какие-то накалят? Шипеть. Верно. Очень хорошо шипят. А, это отлично. Они называются поганые пруды. Поганые просто. Ван. Поганые пруды. Нет. А, как ты сделал? Он понял, какой единицы, и он один способ. Маленький. Минута? Верно. А, Мирос, точно, конечно. Назвали гибкого бога, ну, тот, естественно. Верно. А, в каком году произошло это станет копейство? 25-м. Да, верно. Какую карту просят принести во многих европейских остальных посетителей Петербурга? Карту ВИН. Ну! Стоп, игра! Блин! В этом раунде вы играли не как команда. Соберитесь. Итак, финал. Поехали. Какой мощный банк серверов размещен в подземном бункере Пионен, а в бывшем штабе гражданской обороны Стокгольма? Да, верно. А кто был первым хозяином Белого дома в Вашингтоне? Джуд Адамс. Правильно. Теперь в какой области находится Куликово поле? Маленской. Это был неверный ответ. Какого военного восточного единоборства развелось современное дзюдо? Джиу-джитсу? Наверное. Это был неверный ответ. Да, джиу-джитсу. Какая страна является родиной гольфа? Если мне память не изменяет, это Шотландия. Да, верно. Да. Потому что там вот эти все валы, вот это все. Куда они попадали, по-честному, видите, капитан Гранта. Куда они попадали, по-моему. Новая Зеландия. Совершенно верно. Куда они попадали, окей. Сборник самых древних священных писаний буддизма написан на санскрите. Это правильно.
правильный ответ. Логично. Санскрит индийский, индийская письменность, значит, веды. Единственный советский лауреат по химии. Семенов. Это был неверный ответ. Какой Алферов? Это физик вообще-то. Опять же, вопросы были... Самое сильное звено. Не те, то есть можно было подумать спокойно. Ну что ж, последняя фаза и, естественно, высшая лига, ребят. Это вот... Высшая лига был тренировочная, я вам точно говорю. Сейчас вы должны третий раз выиграть, ребят, я вам обещаю. Команда готова к игре. Ванька, Вячеслав, Алексей, Ирина, Андрей и Наташа. Поехали. Поехали. В киловаттах. Верно. Как называется? Как мы будем еще? Подхваты. Верно. Да, верно. Шарик. Естественно, шарик. Шариков. Банк. Ты что, серьезно? Нет. Господь с тобой, ты серьезно в таком вопросе просто обыдковать. Так, Шварценеггер, Калифорния. А, сколько человек было в армии, да, по крайней мере? По-моему, 7 человек. Верно. Естественно. Назовите артиста, если ваш вообще идет в Бальдон. Федя, по-моему, Крамаров. Да, верно. Называлась первая народная модель Volkswagen. Звук? Правильно. Божья коробка, блин. Божья коробка. Volkswagen, жук. Совершенно верно. Кто согласно первым согласно Иисусу Волхову? Вы смогли положить в банк. Но Ирина, ты ошиблась. Ирина, ты ошиблась. Время определить самое слабое звено. Ирина. Первая ошиблась Ирина, значит, она будет это делать. Тут даже против меня проголосовал. Вопрос номер 4. Вот тираж, блин. Самое слабое звено. Прощайте. Раунд второй. Так, как называется полдеяло, отделённое от корня и очищенное от сучья? То есть... Верно. Это следующий, который звучит, что я не могу жить. Гносеология. Верно. Вот «Дельжан, капитанские дочки, сам Пушкин». Это, по-моему, исторический роман. Да, верно. А нет, повесть. Какое из этих названий является именем созвездия? Правильно. Отлично. А после роли в каком фильме Александра Шуляна уже была А это я не знаю. Это был неверный ответ. Морозка. Фух, хорошо, что я не определил. Ну блин, Ваня, как ты делаешь? Сколько времени занимает президент? Месяц. Нет. Григорий, ну ладно. Да пофиг, что жмём, ребят, все. Ванька проиграл, значит, он вылетает. Это точно. Верно. Хотя нет, это быть еще не может точно. Но это прибор для изменения жизненных линий. Кормиметр. Банк. Ну ты серьезно. Верно. Так, первый мини шампунь создал химик Ханс Фитков. Он был... Фиалкой. Какая из этих букв славянской азбуки появилась из других? Да, верно. Какая страна является родиной славянских кошек? Таиланд. Какое произведение создал Петра Толстого, прослужило поводом для отлучения автора от церкви? Воскресенье, по-моему. Совершенно верно. Банкуй хотя бы. Банк. Отлично. Молодец. Стоп, игра. Хороший результат. Но вы можете играть лучше. Ну, Ванька, мы тебя не простим за то, что ты просрал 250 тысяч. Я мог бы забанковать спокойно, мы бы достали и завершили этот раунд. Ты его мог спокойно забанковать или, я не знаю, или что-то еще сделать. Да кто там против меня голосует? А, наверное, Ванька просто голосовал. Ну ладно. Прощайте. Хорошо. А, Андрей Алексеев проголосовал как против Ваньки. Поехали. Трейн Прометея Бетховена это... Верно. Валет. Уходил в обед с такого стучочка. Бивал время. Верно. А, нет, то есть. Собака, может. Как называлась первая столица Данилевского государства Великой Армении? Армавир. Да, верно. А как называется верхняя часть шляпы? Тулья? Правильно! Тулья. Или Тулья, я не знаю. В каком романе Булгакова описывает события гражданской войны на Украине 1918 года? По-моему, Белая гвардия. Совершенно верно. Где в тюрьме Адам Козлевич, Золотой Зеленый, хотел сказать жизни, не могу это называть. Солнце поле для захода, по-моему. Ван, отлично.
Ну, отвечай хотя бы. Нет. Молодец. В каком городе Степерлайнс Европы? Страсбург. Верно. Какой город, являющийся на данном номере имеющим безумно? Дербент. Верно. Ай. А как же, разве Дербент нет? Так Дербент же. 15 века, блин, 2000 лет он как бы уже стоит на земле. Офигеть. Верно. Ну ладно. Окей. Пусть будет так. Да, верно. Конечно, создаю гидрологию, блядь, с помощью... Не буду отвечать на этот вопрос, ребят. Стоп, все равно, Андрей, кто не менее был полезен в данной ситуации. И все равно... Я не знаю, либо меня, либо сейчас Андрей будет. Это 100%, потому что Алексей и Наташа отвечали верно. Это на аудио. Ну только с Андреем сыграть будет. Нет, меня выкинули. Ну ладно. Игрок номер 2. Самое слабое звено. Прощайте. Блин, обидно. Обидно. Да ладно. Да ладно, я единственную ошибку сделал. Да быть такого не может, это он в этом раунде ошибку сделал, а не я. Может быть, когда запанковал, наверное, тогда в общей сумме типа ошибка была. Это да. Странная статистика, ребят. Даже не знаю, вот есть ли смысл идти дальше. Я думаю, что нету, потому что... Все равно как-то несправедливо ко мне относились высшие люди. Все равно как-то. Вопросы попадались не те, которые я мог знать ответ спокойно. Ну и ладно. Ничего страшного там нет. Вот такая вот замечательная игра получилась, дорогие друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, а также пишите в комментариях, обзоры на какие бы игры хотели бы от меня увидеть. Всем большое спасибо. Будьте здоровы, будьте счастливы. Не болейте. Всего доброго. Увидимся. Пока.